срочное объявление передайте срочно Сергею Кочину за вот это видео, которое он выставил, выдает Андрея Слободяна за Романенко, Шона там и еще за кого-то. Я сейчас поставлю кусок этого видео, где он там. Из подписчиков мне написал вот такое под видео письмо. Тирха удаляет мои сообщения со всего канала, поэтому пишу здесь. По роду своей деятельности я занимаюсь в разоблачении различных лохотронов, мошенников и так далее. По поводу якобы БТГ Слободяна откровенная чушь и обман. Внимание, люди, будьте осторожны, вас дурят по полной программе. Слободян, он же Романенко, мошенник с большой буквы. За ним числятся несколько мошеннических дел на территории России, Украины и некоторых других республик бывшего СССР. В данный момент Слободян, он же Романенко, проживает в Южной Корее, не попадает под санкции со стороны России, Украины и юридического преследования. Цель Слободяна – привлечь как можно больше инвесторов к якобы существующего БТГ и тем самым сорвать большой куш с его фейковым изобретением. Его переводчик, он же Андрей Смирнов, также увлечен в мошенничестве крупных афер по типу финансовых пирамид. Сначала скрывался в Великобритании, затем в Сингапуре, сейчас в Южной Корее. Еще раз повторюсь, люди, будьте осторожны. Если кто-то располагает информацией по поводу... За это есть криминальная статья, называется «Клевета». Я прошу Сергея Кочина срочно связаться с Андреем Слободяном и переговорить с ним, если вы не хотите уже разговаривать с ним в суде. То, что вы, я понимаю, есть мнение там, как бы объективное, субъективное, мы можем, блогеры, мы можем высказывать, но если уже в таком ключе пошло, то это перейдет в другое русло. Я вам просто говорю, он просил передать вам, чтобы вы с ним связались за вот этот бред, который вы сейчас выставили. Это уже перешло, как говорится, красную черту. За это есть криминальная ответственность. Обвинять человека в том, что он не делал, это называется клевета. Если вы не хотите иметь серьезных проблем, срочно, я 10 раз повторяю, свяжитесь с Андреем Слободяном. Если Сергей не смотрит, обязательно передайте ему, пусть посмотрит это видео. Телефон Андрея, прямой Андрея Слободяна будет под видео. Срочно с ним свяжитесь. Большая просьба.